Ребята, а как называется этот поселок? Где это мы? Это мы на входе. Как это называется? Без понятия, как называется, он наш. Это факт. Молодец, самое главное. Вы захватили его. Главное, что он наш поселок. Это переезд на входе в город Углегорск. А, понятно. Как Молочное или как оно? Ребят, ну скажите что-то. Конечно же, победа будет за нами, никуда мы не денемся. Да в этом никто и не сомневался. Добьем. Сегодня, даже если получится, сегодня город возьмем. Дай бог. А бог с нами, потому что с нами правда. С нами. И Россия с нами. Спасибо. Слава Новороссии, все будет хорошо. Это самые-самые передовые позиции. Самый передок. Вот наши ребята занимают подходы к городу Углегорску. Как вы уже слышали, они сказали, что, возможно, и город сегодня возьмем. Ангело, снимай техника, идет в бой. Вот так вот. И комментируй, что эти машины идут в бой. Тихо. Прямо впереди несколько сотнях метров противник. Это следующая волна нашего наступления. Мы наступаем!